Тем временем в Кирове после ремонта к приемке готовят 6 улиц. Подрядчики завершили дорожные работы на Карла Маркса, Щерса, Некрасова, Запрудной, Горбачева и Орловской. В дирекции благоустройства ждут результаты проб асфальта, после чего специалисты проведут осмотр объектов. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут приведены в порядок 64 участка улиц. Кроме того, в городе ремонтируют и тротуары. Так, в исторической части города их благоустройство завершено полностью. Также подрядчики приводят в порядок и дворы. Все ремонтные работы должны завершиться в сентябре текущего года.